Это совершенно другой жизнь. Это такой другой график восприятия. Как будто кто-то командует, чтобы люди жили по-другому, но Украина – это красота. И все равно везде находишь силу, везде находишь место, чтобы ты свободный человек в этой стране. Кавардюва. Thank you. И у нас был концерт в метро. Мы пообщались с прекрасными нашими украинцами. К сожалению, опоздал наш поезд. На самом деле мы увидели там, что агрессия только убивает. И нету там никакие разрушенные абсолютно дома простых людей, разрушенный детский сад, разрушили школу, там и нарушили жизнь абсолютно простых людей. И я думаю, что то, что так, как выглядит сейчас Ирпин, это очень больно, и очень больно, и думаю, что он достоин быть городом-героем. Николай, скажи... У нас 17-го филармонии концерт, 18-го мы обратно уже. Да, в Киеве. Нет, уже в Грузии. Да, и приехали, потому что у Николая и Львовского оркестра, у них есть совершенно другой репертуар, еще кроме нашего. Украинскую классику будем играть, и грузинскую классику будем играть, и немного будем играть, и так же.